Мэрия Магадана уже в 6-й раз проводит конкурс «Северное соцветие». Его цель – приобщить жителей областного центра к озеленению города. С каждым годом конкурсанты все больше тренируют свои навыки ландшафтного дизайна. Магаданцы даже привозят растения из других регионов. Многие из них хорошо приживаются, например, акация, пионы. Кроме того, высаживают и деревья. В одном из дворов растет яблоня. В «Северном соцветии» участвуют не только жители города, но и организации. Членов жюри не перестают удивлять. Количество заявок в этом году было 24. В прошлом году было количество заявок 27. Но это не значит, что каким-то образом конкурс стал отличаться от конкурса прошлых лет. Наоборот, участники нас постоянно чем-то удивляют. В этом году, например, мы очень сильно удивились, когда одна участница расписала картины в собственном подъезде, украсила свою придворовую территорию вот этими чудесными картинами. Каждый раз, каждый год нас чем-то удивляют наши участники. Магаданцы для украшения своего двора используют не только цветы, но и разные декоративные материалы – кормушки для птиц, скамейки, светильники, природный камень. Как отмечают члены жюри, чаще всего выращивают петунии, бархатцы, лилии. С 30 августа по 29 октября специалисты определят и наградят победителей «Северного соцветия-2021».